Епифанов и Котенев обороняет Острогино. Налито Мищенко! Красавец! Достался! На последнем рубеже обороны Артем Мищенко. Молодой, молодой и очень талантливый голкипер Острогино. Вчера мы вместе с Владиславом Чуприковым, поигравшим и за Острогино, и за московский «Спартак» во время трансляции прямой с матча 13-го тура «Спартак-Острогино», болели в третьем периоде за то, чтобы Мищенко не пропустил ни одного гола. Вообще комментаторам не принято